В кінці кожного року американський інститут кольору Pantone оголошує палітру кольорів, які будуть популярні наступного року. І виходячи з цих трендів, дизайнери створюють свої колекції, пускаючи їх в масовий продаж. А вже фешн-експерти складають наймодніші образи. І колір наступного року вже названо. Це класичний синій. Отже, ми запросили на гостини українську дизайнерку та фешн-експертку, аби поговорити про модні тенденції наступного року. Вітайте в нашій студії, Анастасія Іванова. Вітаємо, будь ласка, сідайте. Вітаємо. І давайте одразу ж поговоримо, чи всім буде пасувати классичный синий. Знаете, это мой любимый цвет, поэтому этот год как будто создан для коллекций женственных. И на самом деле цвет действительно достаточно универсальный. Подходит как и многим цветотипам, так этот цвет будет уместен во многих сферах жизни человека, как и в деловом мире, так и в повседневном. И в домашней атмосфере этот цвет достаточно такой спокойный, гармоничный. Анастасія, от багатьом чоловікам одягаються, аби зручно. Але все ж таки, для того, щоб слідувати такому тренду і синьому кольору, давайте скажемо, з яким кольором можна поєднувати синій? Адже дівчат більше обізнані, я так трохи не орієнтуюсь. Давайте, от в мене синя, якась синя річ, то, наприклад, нехай буде це піджак. Синий хорошо, идеально комбинируется с подобными цветами в этой же гамме. Голубые, светло-голубые, наоборот, темно-синий, белый цвет идеально с синим. Вот видите, я сегодня даже как пример черный с синим, он будет достаточно гармоничен. Так поэтому... можно все синее одягнуть и все да, будет нормально? Что нет, с красным он будет контрастировать, с желтым, скажем, спокойные тона, как наш флаг, себе конечно же. Запишу, да? Чтобы не было червоного и желтого. Ага, ярко-желтого, да. А так, в принципе, достаточно. Но главное помнить основных правилах сочетания цветов. Теплые тона с теплыми, холодные с холодными оттенками. Дякую. Мене все. А чому колір взагалі настільки важливий, що над ним працюють от цілі інститути? А вы знаете, даже когда я обучалась в Нью-Йорке, мы ходили вот в подобные институты, нас как студентов водили, и действительно я была в шоке с таким же вопросом, вот просто сотни людей работают вот над одной идеей. Почему важно? Ну, во-первых, мода – это отображение того, что происходит в социуме и во Вселенной. То есть почему цвет важен, почему целая команда специалистов над этим трудится? Они анализируют тенденции политические, экономические. Вот сейчас социум стремится к балансу, и вот именно синий цвет, он дает вот эту гармонию, спокойствие, то, чего не хватает да, нашему человечеству нынче. Главное правильно подобрать свою тональность. Вот если говорить о цветотипах, зима, лето – это холодные цветотипы, весна, осень – это теплые цветотипы. Поэтому вот эти оттенки синего, пожалуйста, вполне насыщайте свой гардероб. Але ж ми ще знаємо про те, що не лише синій оголошено кольором року, але ще й Brilliant White, наскільки я знаю. Ну, зрозуміло, що білий його просто компонувати з іншими, але все ж таки, поради професіонала, будь ласка. Действительно, білий цвіт, він також несе ось цю гармонію, чистоту. Він легок і в сочетанні, як і синім, і з іншими відтінками. Здесь, що стосується філософії, дійсно теж заложені ось ці нотки. Все можна почати з чистого листа, вот жизнь по-новому, мечтать, как бы вполне уместным. Да, цвет это всегда о философии, поэтому новогодний образ будет идеальным именно в белом. Что бы я не советовала в использовании вот стразы, пайетки, это все оставляем в прошлых сезонах. Лифтарики можно, чтобы... На елку лучше, не на образ. То есть в своем образе Brilliant White, он должен быть с таким легким напылением. То есть это такие серебристые белые цвета, либо белые с фактурами красивыми. Но вот та же крыса наша металлическая, она не любит слишком ярких тонов. Поэтому еще раз повторюсь, пайетки, стразы оставляем все в прошлом году. А чи може таке бути, що навіть в автосалонах будуть продаватися більше машини, які крашені там, фарбовані в цей металик, там, сріблик? І от і синій, це дійсно, знаєте, чому нам, це не нам не нав'язує цей цвіт, це наоборот, цей інститут Pantone, він ізучив, що людям ближче буде в тому чи іншому періоді часу. І ми просто самі того не заметимо, як ми просто почнемо одягатися, от ці от сині тона, будемо покупати сині машини. Прийшли сині, прийшли... Прийшов там колір срібла, а щось пішло від нас?
Да, ушли пайетки стразы. А еще до кольору, який колір можно уже відштовхнути? Там відкриваєш шафу, там так, це вже викинути, це спалити, це віддати. Ну что резонирует вот с данными цветами? Вот если мы говорим о спокойствии, о пастельных тонах, значит, соответственно, вот эти яркие кричащие оттенки, там кислотный желтый, яркий розовый, вот это, скажем, уже будут неуместно. Так, я сейчас затолкну. Жовто викидаєшся. До речі, а ось цього року, наприклад, популярні речі оверсайз, так? Як ви гадаєте, що буде з ними наступного року? Чи втримують свої позиції, чи хтось прийде їм на заміну? Еще отличная новость истинным леди, которые любят красивые силуэтные платья. Да, оверсайзы оставляем в прошлом сезоне. Как бы все-таки важно подчеркивать, правильно подчеркивать фигуру, как и женщинам, так и мужчинам сохранять строгий элегантный вид. Вот поэтому элегантность, спокойствие, гармония – это сейчас в тренде. Або просто набрати вагу, щоб воно було вже потобіше. Оверсайз вже стане твоїм розміром просто. Добре, а чи, як ви ще гадаєте, кардинально зміниться гардероб модниць цього року? Вот как раз классик блю, да, вот все, вот мир тяготеет к вот этой классике и гармонии. Поэтому базовые вещи, они будут идеальными. Поэтому смело оставляйте черное маленькое платьице, красное платьице, синее платьице, классические туфельки. Это то, что смело берите в следующий сезон, дополняйте правильными, не кричащими аксессуарами и будете в тренде. Ну, а что же делать тем людям, которые, например, там любят гранж, я не знаю, якийсь такий стиль. От ми про оверсайз вже поговорили, класику ми згадали. А далі? От усі інші, тому що ви так нас люди обмежили. В сталому стилі, котрі зовсім не хвилюються про те, що можна носити чи ні. Вони не в класику, не в оверсайз, наприклад. Що робити? В чому секрет? Мода, вона міняється постійно, і всі ми грамотні, ми всі знаємо, що це просто маркетинг. І нас мода постійно міняється для того, щоб люди покупали більше, більше і більше. Тому грамотний, розумний покупатель, умная и истинная леди, которая следит за своим гардеробом, она знает, что базовые вещи, они всегда нужны ей будут. А вот модные тенденции, конечно, хочется всегда быть в тренде, покупать такие вот какие-то яркие трендовые вещи, но нужно быть готовым к тому, что мы в конце сезона с ними расстаемся. Ну, знаете, я еще пометила, неодноразово, до речи, что, ну, якийсь час плине, там 5 років, навіть 10 був такий випадок, відкриваєш шафу і дивишся, о, а це зараз популярно, і ти такий в шоці, думаєш, нічого собі. На початку 90-х оверсайз. Так, і справді, і ти така, нічого собі ще думаєш, клас. Можна не вибрасувати, а просто відложити куди-то. На горищі зніс, хай лежить 20 років. Вінтаж, також в тренді. Добре, а давайте ще поговоримо про аксесуари та взуття. Що з цього приводу можете сказати? І яка в цьому циклічність моди? Если говорить, к примеру, о новогоднем образе, конечно же, если женщина... Мы сначала про женщин, потом немножко коснемся мужчин. Можно взагалі про чоловіки. Я ж казав, ми зручно одягнули і пішли собі на роботу. То есть, если мы остановили выбор на красивом платье, бриллиант white, классик блю, конечно же, туфельки. То есть, никаких сезонной обуви, таких как сапожки, ботильоны, они будут неуместны, ну, на новогоднем, не знаю, корпоративной вечеринке или во время самой новогодней ночи. Поэтому те же классические туфельки на каблуке, да, что уже не в моде, это танкетки, это платформы, там танкетка, каблук. Это да, все оставляем в, не знаю, в ночных клубах 2009 года. То есть это не, давно уже не залишили, переодягнулися. А через 10 років буде актуально? Нет, обувь, это как бы первое, наверное, что в обуви, это опрятность и чистый, да, насколько она трендовая, модная, это второе. То есть если мы говорим о образе истинной леди, красивой женщины, в первую очередь ее обувь должна быть чистой, чистая, опрятная, да, там никаких стесанных каблучков, это просто не имеет права быть. Что касается сумочек, здесь тенденция также, наверное, в сторону леди. Вот эти большие громоздкие сумки, где можно поместить все, там, не знаю, женщины бывают, о, она да, идет так, с утра. Серьезно? Сейчас будем
незручно просто. Да, вот часто вот комфорт, он идет в разрез. Я с корпоратива, с контейнером, ты же пришел туда наклал там себе. Да, там еще кроссовки, чтобы завтра утром на йогу пойти. Помним, что истинная женщина больше 2-3 килограмм не поднимает. Поэтому маленькие сумочки, они дисциплинируют. Вот, во-первых, сохранять порядок в самой сумке, в голове. Вот этот не превращать бардак. Поэтому большие сумки оставляем для похода в спортзал и только, не совмещая их с корпоративами вечерними. Або якщо супутник поруч іде, хай несе. Да, то же самое, он должен быть. Виховувати в собі, леді. Так, так, вибачте, вибачте. Продовжуємо. Так, ми ще про аксесуар, біжутерію, там, можливо, декілька слів для наших глядачів. Спробую вгадати. Срібло. Конечно, да, все правильно. Серебристо-белый. Да мы уже эксперты просто. Или белое золото. Я маю на увазі, а чи варто брати в цих же тонах? Можливо, мы можем что-то разбавить? Очень важно, чтобы образ был гармоничным. Да? Вот то же самое, если это будет синее, если белое платье класс, белые, красные украшения будут вполне уместны. Это синий, красный, это будет слишком контрастно. Это имеет право быть, но очень грамотно нужно уметь сочетать эти цвета. Поэтому, что касается аксессуаров, лучше меньше, чем больше. И всегда, вы видите, я такой приверженец минимализма, потому что это всегда говорит об изысканном тонком вкусе. Там все и сразу на себя одеть, это чаще покажет какое-то вот не совсем грамотное сочетание, не всегда высокий вкус обладательницы. Поэтому минимум аксессуаров, не громоздких, и важно понимать, куда. Да, что бриллианты не будут уместны в утреннее время суток. И, к примеру, же, если вы идете на благотворительный бал, они также будут неуместны. Вот большие серьги, а вот знать куда, те же деловые встречи, это лаконичные украшения, поэтому очень грамотно использовать по целевому назначению аксессуары. А что до чоловіків, вы також обещали рассказать и чоловікам. Я перед тем, как чоловіків мы будем згадувати, одна идея пришла в голову. Скажите, будь ласка, если в этом році, наступному, так буду в тренде срібло, чи варто сказать всем нашим спортсменам, не беріть бронзу, беріть срібло? О, так. Ну, золото само собой. Само собой, так. Все, теперь про чоловіків, давайте. Ну, отличная новость, что синий он будет уместен многим мужчинам в деловой сфере, в бизнес-сфере, потому что этот цвет, он такой располагающий, он идеален для деловых переговоров, поэтому смело, там, темно-синие костюмы, голубые рубашки, это все очень сочетаемо, поэтому, пожалуйста... С какими еще колорами комбинуем синий костюм? Синий, белый, черный, голубой, из таких вот классических, к примеру, в белый, в какую-то голубую полосочку или узор, это также будет вполне. В тренде синие линзы для очей, так? Ну, у кого-то очень просто. Я просто хочу все сгадать, что можно изменить. Можно машину, костюм. Можно и зачиску там пофарбувати, я, напевно, в синий. Але це уже перебір. Ну так, це не потрібно. Добре, а щодо аксесуарів для чоловіків, будь ласка? Ну, идеальным аксессуаром для мужчины... Это Mercedes, BMW и... Та інші марки, Артур. Сегодня не все, ну все добре. И синего кольору. Да, ну это ремень. Я думаю, скажем, каких-то это аксессуар, это ремень. Это, возможно, портфель или портмоне для мужчины. Как бы часы, да, в принципе, это все аксессуары. А что ж по шея? Ось на це натякала. Розкажіть, як можна... Тому що не всі просто знають, як можна і правильно, головне, комбінувати рубашку та... Паше – це нагрудний платок, я маю на увазі. Ну, во-первых, знать, куда мы одеваем. Вот, например, в деловой, повседневной жизни это будет, ну, наверное, слишком, да, то есть паше одевается, ну, к примеру, если вы идете на мероприятие, где заявлен дресс-код, коктейль, after five, то есть где будет, ну, вы хотите подчеркнуть вот свою торжественность, статусность, да, пожалуйста, смело. Как бы, ну, днем в деловой жизни это, наверное, будет слишком. Але я просто бачила такі фотографії, там, де так фривольно навіть чоловіки, і просто вони такі собі модники. Це ні, недопустимо. Чому? Звісно, знаєте, ну, як мужчина, головне, от ця грань, зі мною згодяться більшість жінок, що в сім'ї має бути красива хтось одна. Тобто, як би, коли буває в обратну сторону, це не зовсім правильно, коли там мужчина прям до іголочки. Це, ну, це навіть не цікаво. Тобто, мужчина, це такий от... Згоден, абсолютно. Існує така фраза, щоб чоловіку не перевищувала краса якусь мужність.
Тобто нехай буду на першому місці можливості. Да. Добре, не хоче чоловік деталі вдавати. Тобто я і пошитому не ношу тут. Ну, зрозуміло все з тобою. Давайте тоді про дітей поговоримо. Ми ще не чіпали тему дитячої моди. Розкажіть, будь ласка. Ой, для мене ця тема як ніколи актуальна, тому що моєму дитину, во-первых, от-от сповниться рік, і я запускаю наступного року дитячу лінійку. І для мене це, да, скажімо, теж я розбираюсь в цій темі зараз, я розумію якісь основные, ну, необходимые вещи в создании детской линейки. Ну, детская одежда – это в первую очередь удобство. Не для мужчин, для детей. Это в первую очередь удобство. Это подвузки сыне. Мы уже идем немножко постарше. То есть я как раз делаю линейку от 2 до 6. И, конечно же, помимо удобства, хочется, чтобы вот девочки, опять же мы говорим про девочек, потому что у меня дочь, чтобы взращивать уже с юного возраста юную леди. Да, там часто мы видим, мамы одевают в штаны комбинезоны этих девочек, девочки сопротивляются, не хотят. Хотя, в первую очередь, девочка даже с юношества должна носить платьице, и они к этому способны. Поэтому я вижу девочку в следующем году в платьице, и в синеньком, и в беленьком. Я просто дівчинкою ходила, у мене були ось такі шорти по коліна, у мене була футболка номер 8, написано, ну, від Пол Гаскоїн, такий футболіст був, написано «Газа», а усі хлопці ходили та казали «Газа». Ось так було. Тому дівчинка в дитинстві. Ну, мама також боролася. Так, вона також казала, ми навіть підписувала договір з нею, що я буду ходити у платтях, а вона мені на це оплатить навчання там в одній школі, я вивчала німецьку мову. Так, навіть таке було. Можна привчати ваших дітей таким чином. Добре, продовжуємо, будь ласка. В наступному році, так? Я скажу, що чоловікам теж іноді пасують спідниці, от, тобто, якщо взяти шотландців, там хлопці, так, теж, ну, це я вже трохи в сторону відвів, але хотів підтримати. А знаєте чому? Колись я був малий, а в мене сестра старша, вона мене завжди вдягала якісь свої речі, там розмальовувала і водила до мами, щоб посміялися. Я дуже маленький був, і я казав, я шотландець. Хоч какое-то оправдання. Ну так, і щодо хлопчиків, що їх одягати? Тут, конечно... А что ты на меня, хлопчики? Я не знаю. Я уже вернулся, слава. Ты как представник человечьего пола. Ну, конечно же, дети – это в первую очередь про удобство, про также уместность. То есть важно понимать, куда мы идем с ребенком, и не нужно наряжать ту же девочку в платьице, если мы просто находимся в песочнице или дома. Я тоже на увазі, касается... Можливо, наступного року будуть якісь кепочки там цікаві в моду входять? Щось, що нове? Не лишиш кольори? Так, як в цьому році ці капелюшки там з вушками. Тобто щось, може, інше буде. Може, якийсь там грабінець, не знаю. Ми щось це намагаємося з'ясувати. Для дітей. О, Боже, так. Що ж таке саме... Чи, можливо, зараз... Ми сьогодні продаємо просто ідеї. Можливо, зараз вам отак в бесіді, зараз ви щось придумаєте, і наступного року буде якась цікавинка на українському ринку моди. Пам'ятаєте? Недорого беремо, років 5 тому дівчата ходили з крильцями. Плаття було, і крильці у всіх там такі невеличкі. Потім ці капелюшки з вушками. Щось, може, якісь там, не знаю, хвостики там висічі. Знаєте, що я точно скажу? Є просто тенденції, які тільки зарождаються, є тенденції, яких вже масово і багато. От як ми тільки бачимо, що, не знаю, кожен журнал моди, вже там не говоря о високих глянцах, а в принципі о всіх глянцах, ми бачимо на кожній полки. И что касается и детской моды, и взрослой моды, и женской, то есть это уже не тренд. Когда тренд переходит в массы, спокойно можно от этого тренда избавляться и как бы быть тем первым человеком, который является примером тренда. Когда это все уже вы видите на 3 своих подругах минимум, любой тренд, или на 3 подругах детей, этот спокойно тренд можем убирать со своего гардероба. А ваша колекція наступного року чим буде відрізнятися та виокремлюватися серед інших? Чи може це секрет, не все казати? Я планую, звісно, я планую красиву презентацію, куди з удовольствием приглашаю ваш канал. Я хочу зробити проєкт з публічними мамами і дочками. Це буде family луки. І все-таки основна ідея, щоб маленька дівчинка, вона була леді вже з юних років. Тому це колекція платішек, пальтішек, ось така маленька
изысканной дамы. Чи ви вже спланували якусь дату в наступному році, коли буде ця колекція представлятися? Пока в планах 1 марта, то есть в честь начала весны, вот такой красивый старт. Уже скоро. И мы чекаємо на якісь там від вас квитки там, чи... Да, пригласительные. С удовольствием, может, разыграем для кого-то из ваших зрителей. Будемо дуже вам вдячні. Так, будемо чекати на це. Придумаем интерактив. Може, зробимо кастинг для дітей, моделей, там, не знаю, щось таке величеньке. Да, да, вполне возможно, как есть уже ряд звездных мам, которые уже так же хотят, они своих чатят, да. И, конечно же, мы можем пригласить кого-то из мам, которые поучаствуют в нашем интерактиве, который мы придумаем. А да, мы вам допоможем нашим каналам сделать такой, ну, я не знаю, интерактив, там, кастинг, высылайте свои фото, мы подивимось. Это цікаво. Да. Дуже багато так, підтримую, дуже гарна ідея. Можливо, ми також зможемо поговорити ну, і про ті ж модні тенденції, про тренди, і взагалі про те, чи впливає, наприклад, колір там, на стан здоров'я, на психічний, я маю на увазі, стан, на настрій. Слухайте, так? Це ж впливає, так. Так, да, цвіт, він, во-первых, задає настроєння нам з утра. Ми вибираємо цвіт. Часто интуитивно мы просыпаемся, и так, хочу сегодня желтый, хочу быть сегодня яркой, солнечной, жизнерадостной, нести позитив, и мы интуитивно выбираем этот цвет. Либо, когда нам чего-то не хватает в жизни, например, женщина хочет влюбиться, она будет одевать розовые тона, вот такие все женственные, или там... Это уже ваши секретики. Мы да, конечно, они будут пользоваться. Сможешь читать, ты разумеешь, как и наши глядачи. Ну, я уже знаю, так, так. Если розовий, то хочет она закохаться, так? 100%. Так, а если желтый, то просто в ней был поганый настрой, а она хочет себе... Либо так, либо наоборот, она хочет дарить настроение. Так, слушайте, только информация для меня. Так, и мы очень дякуємо вам за то, что вы сделали нам такой экскурс у світ моди, дуже детальный и цікавий. Як домовились, так, зробимо потім кастинг, да, щоб це все було цікаво. І бажаємо вам усього найкращого, щоб показ пройшов на найвищому рівні. Дуже дякуємо, приєднаємося до вас 1 березня, так? Приїдемо.